уже приехали в Ледовый дворец. Сегодня игра, которая решит все. Я уже подготовилась к игре. Вот. Сегодня решающая. Так что, ребятам, удачи. Я буду смотреть, опять нервничать. Уже совсем скоро начинаем. 26 минуточек осталось. Андрей! Ваши комментарии, Андрей Алексеев. Да, матч за третье место. Счет очень простой, 16-7. 1-1 раз был. 16-7 же был. 2 раза одна была. А я в конце еще один. Этот влог самый спонтанный и самый, я не знаю, как сказать. Вот, Андрей уже вон был. Поставил. Сейчас забираем клюшки, забираем вещи, забираем, соответственно, награду. Кто не понял, Андрея отдельно наградили как лучшего форварда, лучшего по-русски нападающего сезона. Больше никого не награждали. Вот, меня переполняют эмоции просто. У меня трясется рука вот так вот. Вот. Обидно было до слез. Я это не снимала вам, но я прям плакала, когда мы не... Ну, когда мы поняли, что мы будем играть за первое место, но это непередаваемые эмоции, когда мы выиграли хотя бы третье. Выдали ребятам медали, кубок. Вот, фоточки тоже вставлю, как слайд-шоу сделаю, вот, параллельно между видео всеми. Все, непередаваемо. Сейчас едем с командой кушать, и после этого, скорее всего, собирать уже вещи, сушить баул нужно, чтобы в баул положить еще наши вещи, потому что у нас за этот сезон в Турции накопилось дико много вещей. Я не знаю, как они влезут. У нас 2 чемодана, 1 ручная кладь, 1 портфель Андрея и баул. И как мы это все повезем, я не знаю. Также билеты до России стоят по 100 тысяч. 1 билет. Поэтому будем думать, что делать. Не знаю. У меня уже накопилось много влогов, но я их не могу снимать. Ой, не могу выкладывать. Все, у меня... Я не могу связать 2 даже слова, потому что меня переполняют просто эмоции. Вот. Мы третьи, но мы получили награды, кубки. Это непередаваемо. Что ты хочешь? А медальку? Ребят. Можно видео с чемпионом для влога? Что, твои эмоции? Что ты хочешь? Я не чемпион, третье место. Да ничего страшного. Посмотри, это единственная награда. Вот так надо, правильно. Это единственная награда, которую дали в лиге, вообще-то. Пока что. В смысле, пока что им не дают награды. Защитника. А лучшего защитника еще? А, и вратаря. Ну, ты лучший нападающий. Это единственная награда лучшему нападающему. Он принес клюшки. Он принес баул и мне награды. Сказал: Лиза, стой, держи.